Сегодня мы в мега крутой бане в село Богданка. Сейчас я вам все покажу. Заходим. Здесь такой у нас холл с окнами, длинным столом большим, лавочки со спиночкой, удобно. Светло, ярко, хорошо, окошечко открывается. Далее проходим. Далее заходим, здесь уже потеплее. Итак, присели, разулись, разделись. Окошечки. Ой, окошечки, зеркала, нарды. Печь. Топим печь, дрова. Рядышком. Здесь сразу сняли курточки, либо верхнюю одежду повесили. Здесь разложили все свои вещи, либо верхнюю одежду. Шкафчики. Очень удобно. Очень удобно. Так, тапочки кому нужны? 5 шкафчиков. Шапочки. Итак, за дверью у нас огнетушитель. Идем дальше. Далее здесь у нас туалет. Туалет. Так, весы взвесятся. Рукомойничек, фен, зеркальце. Красивая плиточка дизайн. Далее у нас комната отдыха, еще одна тепленькая. Так. Здесь у нас аквариум, холодильничек, теплый конвектор включен. Далее мягкий уголочек, хорошенький, вместительный. И лавочка со спиночкой, что очень удобно. Итак, далее кухонька. Окно здесь. Смотрим. Угу, хорошенькое окошечко. Так. Здесь посмотрим, у нас посуда, чашечки, рюмочки. Моечка, ведро, так, чайник, микроволновка, телевизор, нашатырь, зеленочка, все, что нужно, аптечка, так, стаканы, бокалы, фужеры, а мы привезли бокалы с собой, так как у нас сегодня повод. День рождения. Так, идем дальше. Здесь пивной бар у нас. Угу. Нарядная посуда. Столовая. Отлично. Здесь одноразовая. Все к вашим услугам. Шикарно, просто шикарно. Ассортимент очень радует. Микроволновочка. Все на месте. Кальянчик наш. Кальянчик наш. Все пучком. Далее пошли дальше. Уточка мне очень понравилась. Красивая. Класс. Часики тоже необычные. Красивые, оригинальные. Потолочек тоже красивый. Все красиво. Идем дальше. Здесь вообще красота. Сейчас вам покажу. Оп. Массажная кровать. Отличнейшая. Бассейн. Вообще просто. Просто Мальдивы. Чем не Мальдивы? Цветы. Водичка, фильтр работает.
очень-очень-очень нравится. Спортом, кто хочет пресс подкачать, мышцы. Душевые здесь у нас. Душевые. Свет не знаю, где включить. Может быть, где-то здесь. Да? Вот, пожалуйста. Примем душ. А вольемся из бочки. Все как надо. Сюда полотенечко повесим. Так, ну что, идем в самое сердце. Парилки. Свет. Сначала мы посмотрим на дверь. Отойдем чуть-чуть. Присмотримся. Вообще, карточка красивая. Вообще, мне здесь все нравится просто. Так, пойдем. Сауна. А, тебе хорошо. Рукавички, чтобы не жгло. Шапочки. Баня, власть чистоты. Это правда. Котел с камнями. Веничек, ведерки нас ждет, веничек, кружка, кружечка, поливать камушки. Так, с такой ручкой от топорища. Да, здесь очень тепло, класс, греет такой каминчик, хорошенький, хорошенький. Так, посмотрим на лежачки. Полочки, свет не бьет, очень хорошо, не темно, не светло, хорошо просто. Вторая полочка, первая, вообще замечательно, плиточкой пол выложен, вообще канализация, спускайся. Итак, здесь все видно, вообще не замкнутое пространство. Лёша, молодец. Часики. Сколько ты пробыл здесь? Повернул. 5, 10, 15 минут. Вообще просто респект.